Друзья, всем привет, с вами Алексей. Сейчас мы находимся в башне Федерации, в нашем офисе. У нас в гостях сейчас Игорь. Он здравствуйте. Сегодня получил студенческую визу. Класс. F1. Вот она его виза. Вот, Игорь, расскажите немножко. Все прошло очень быстро, супер вообще, мне понравилось. Очень хорошо организовано все. Элеонора, как специалист, просто номер один, я считаю. В Москве таких поискать еще стоит. Подал студенческую визу F1. Через две недели уже пришли документы из колледжа. Меня как бы утвердили, ждут в Нью-Йорке. Через... Здесь, в Москве, да? Да-да-да. Я из Беларуси. Там у нас проблемы, проблематично с этим вообще. Никого не хотят выпускать, все должны быть на родине. Да, да, да. Но я очень рад, что вот мне помогло ваша визовая контора, так скажем, компания. Элеонора, еще раз отмечу, очень хороший специалист. Все грамотно было, четко, без каких-то задержек. Через месяц мне нужно было уже прийти к консулу, подписать документы. И вот в скором времени я уже улетаю учиться, просвещаться. Отлично. Я вас поздравляю. Если спасибо большое. Понадобится какая-то помощь в Соединенных Штатах, можете также звонить. Мы на связи, наш менеджер также на связи. Если возникнут какие-то проблемы, мы в любое время можем вам помочь. Отлично, замечательно вообще. Спасибо большое. Всем удачи вам. И вам тоже.